Эта неделя имеет довольно слабый старт. Американские акции находятся в красной зоне, а инвесторы ждут новых потребностей о предстоящей политике президента Трампа в отсутствии ключевых экономических данных. В это же время доллар США продолжает снижаться в начале недели. Курс евро и доллара вырос на 0,38%. Соотношение валют 1,739 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,98% выше. Текущее значение 1,249 пунктов. Доллар по отношению к йене упал на 1,37%. Соотношение валют 113,23 пункта. Аналитики обращают внимание на пару евро и иены, которые играют на понижение. Пара уже достигла первой отметки в 121,6 пунктов. Факторы RSI указывают на дальнейшее снижение. Краткосрочные позиции будут ниже 122,35 со значением 121,3 пункта и 120,95 пунктов. Драгоценные металлы играют на повышение. Стоимость золота растет. Факторы RSI определяют дальнейшее повышение. Долгосрочные позиции будут выше 1211,5 долларов с отметками 1208 долларов и 1205,5 долларов. Цена серебра выше на 0,75% и составляет 17 долларов 16 центов за тройскую унцию. С вами была Терехина Мария, специально для Trading Central Web TV.